Все, мама приезжает. Ага. Постепенно. Сейчас пойдем подивимся квартиру, яку получилось снять, скажем так. Даже нам сами люди подошли, предложили, даже не искали. Слава Богу, недорого, Да, хорошо, да. недорого. Сейчас покажем квартиру. Это только кусочек вещей маминых, То, что что тут у стоит. самвельчика было, остальное забираем там, куда загрузили. Что тут в углу Да, було тут. це кусок. Що тут ще треба все це повитягувати, що А твоє. тут уже почти нічого нема. Ну Там тут тебе нема, ну елка. а це що Да, тут? от это в шкафах мої. Може, там що на стірки осталося сьогоднішнє. А ось мій халат, синок, кинь сюди. Я ж досушую, буду одягати. Да, Воно синочок. вже не висохло Я ще? почти все пересушила. Цвіти ж заберем тоді мені, не? Конечно, Це ж ти конечно, мені забери. подарив з Колею. Ой, Да. які красиві, покажи. Ти я показував уже, Я мам. сьогодні Карінці сказала, каже, такий букет красивий, взагалі. Не три, не п'ять штук, говорю, цілі букети Рибка здорові. здохла, плаває тут вверх ногами. Ти, Що вона я здохла? їх кормила, Семелка, рибок. А тоді прийдемо по мілочі візьмемо. Пошли квартиру подивимося. Пошли, пошли трошки заберемо, Да. А трошки, що це ба. сіяє? Де? А то світер твій з трьома батарейками. О, Самвелка, отой, знаєш, о, що я одівала? Та ти господи. знаєш, знаєш. Інтересно. Тут що? А це тут я склала те, що треба. Свату, Едіку, О, хороші такі речі. понятно. Хороші, 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 нічого не треба викидати. Так, а що мені брати? Давай зараз до порога донесемо, а тоді відкриємо. Давай, зараз я щось принесу. Пошли. Еще вот это отослать надо все. Перенести на почту. Каким-то образом. Уже в квартире освободиться. В общем, квартира находится вот она. Это вот тот сосед, что я рассказывал, он жил. Это не то, что соседка умерла, а то, что сосед жил. Он уехал на Ой, полгода. Маша. И вчера подошла его сестра и говорит, если вы хотите, говорит, за 1000 гривен можете, говорит, жить. И за квартирой, говорит, присмотр будет. Ну, плюс коммуналку, конечно. Заходь. А я боюсь, а Томас, Томас. Ну так закрой двери, Сейчас, Томас, что сейчас, дверь не закрывается. сейчас. Сейчас, я заберу тебе, Димас. Там ты не забираешь на диване мои телефоны, записная книжка, ушко Все мое. потом заберется. Ага. Ну я зайду с тобой. А ну идем, куда? Куда тут? Заходь, Что ты? дивись. Куда тут? Так Это она же зал. комната. Нет. А где еще Вон комната? еще Да? комната. А, Сейчас че? я найду, где тут свет. Вот вторая комната. Конечно, темно. Свет поганый. Мама, ты что, Коля, Но настольно? я тебе лампочки куплю по это самое. Самвельчику Коле настольно, не надо будет приделать. Вот тут несколько комнат, тут одна комната. Хочешь, тут можешь жить Ага. в той комнате. Но И мне кажется, квартиру. что лучше в этой. Она ближе, не надо тебе нигде шастать. Вот ты сюда зашла. Вот это лучше, да? Ну да, только Прожектора нету, лампочек да? надо больше повесить. Тут одна Телевизор. всего работает лампочка, вот А, эта ну вот видно, посредине. свет поганый. Вот свет Да. поганый. А шкаф куда Вот и тут поместить? будешь спать. Двери закроешь сюда. Может, какие-то вещи туда поставишь, сложишь. Ага. Вот тут есть шкафы, мама. А ну расскажи, куда мне Ну, в куда? шкафах вещи есть. Это надо вещи все как-то так сместить куда-то в одно место. Вот эти Ага. вещи. Да, чтобы вы мне помогли устроиться. Все Мне сейчас поможем. дуже погано ходю. Мне Вот дуже тут тяжело. повесишь вещи, вот тут что сложишь, мы переложим туда, в тот Ага. шкаф. Чтобы вот этот мне свободно Да. был, да? Да, есть вот телевизор, я не знаю, А ну попробуй, работает зайчик, ли. пробовано. Я думаю, что робе. Телевизор, стиралку, чтобы Да, работало ну, все. все работало, я думаю, что. А ну интер мне И найдешь? причем прилично О, квартира я тут буду достаточно. хорошо дивиться, мне близко, вон. Возьму окуляр, а тут буду сидеть, Денежное вот дерево. дивиться. Да. Да. Знакомый интерьер. Именно с его появлением Ой, наша служебный жизнь и роман. началась. Вся эта Служебный роман. Она Ну, кино, началась с кино. Ты обычной интересный Ой. фильм, я знаю. Ты любишь, да? Ой, вообще. А, это ж там Когда наши статистические красавицы Аходжакова, да? закончили Да. Новогодний идиота, как И ее звать? погрузились в Наре. радостный волшебный Артистка интересная. Да вот это, Алиса Фрейндлих. Сон. Да, френдлих. А где это? Вот балкон, да? Да. А куда выходит? Ну, можно поделиться? Туда к подъездам. А ну куда? В другую сторону, чем у меня. Да. А открывать вот так, да? А Да. ну, Самвелка, як, чтобы я не так не путала? А це не те дерево, да? Так и Денежное? открывать. Денежное, да? Вот тебе балкон. Ага. Ну, я тут Воздухом обойду уже, подыхаешь. да? Нет, на другую сторону. Да? Да. А як на другую? Хорошая квартира, Чего мне даже очень не нравится. И выходит, да? обойки хорошие, потолок. Машине тут не Смотрите. нравится.
Ходять, ходять. Ото, да? Мама, это к подъезду, выход к подъезду. Немає. А що ти будеш боятися? Що? Випадеш тут, ти метр ростом. Стоїть, він покатом. Заходь, давай, холодно. Покатом, сидить. Покатом. Ой, Боже. Покатом. Все. Закривай. Холодно, холодно. Закривай, закривай. Придави сперва. Вот так. Да. Все. І вниз ручку. Да. Вот так, да? Да. А сюди? Да. Все. Тут я поприбираю, все, нічого страшного. Тут чисто, в принципі. Красивий ковірчик такий. От будеш на дивані спати. Мені кажеться, дуже хорошо. Двері закриєш. А немає розетки, де мені телефони? А двері не закривається плотно. Не закривається, да? Ну, отак буде. Дуже темно, читати не можна. Я тобі завтра лампочки принесу. Хороші лампочки. Да. Да? І знаєш, що сьогодні? Нема світ. Розетки, да? Вот там немає. Найдем, да? Найдем. Я б лежала і читала. Так, ну это вот, кстати, двери интересные. Мне нравятся такие двери с деревом сделаны, очень интересные. Ну, вроде ничего не в квартире. Нет, абсолютно, да. Абсолютно хорошая квартира, да. Только темно, дуже темно. Тут ніхто не вмирав, ніхто не вбивали, успокойся, не будь. Іди кухню. Іди кухню подивись, мам. Тут цветочки є, тут за ними треба ухаживати, естественно, кактуси. Гляньте, да? Молодец. Уїхав мужчина за границу работать, отак. Перестав випивати, молодец. Я завжди рад, коли люди от, знаєте, становяться на такое вот что-то, на хорошую волну, это вообще здорово. Така интересна тарілка, смотрите. Кераміка или что-то. А там, смотрите, как прикольно. Крупа, мука, сахар, вот такой. Мама, смотри, есть электрический чайник. Есть электрический чайник, да. Ну, похожий, такий, не такий, да. Розетка є. Вот я тобі закажу, щоб у тебе була вода питьева. Вот така в балоні. А, качать, да? Вот, это газ. Газ, мама, надо перекрывать, потому что сестра сказала, что чуть-чуть газ пропускає. Вот поэтому ты приготовила от вентиль. Открыла вентиль, допустим. Приготовила. Ну тут два вентиля. А-а-а. Ну, ти будеш перекривати один. Це поступа газ. Да. Вертикально поступа. Да, от газ пішов. Все. Виключаємо, буде воняти. От перекрила. Все. Поняла, там і там. Ні, там і там не треба. В одному місці перекрила. А, тому ніяк ото основне. Це от бойлер, його треба включити. Зачем? Вот. Ну як зачем? Щоб вода грілася. А-а-а. Оце, не знаю, він відкритий чи купався, закритий. Да? Якщо оце відкритий. Ага. Значит, вот это открытый тоже. Ага. А вот все, что касается барка, просто надо включить бойлер, то он включится. А, она пуста. Она пуста. Слышь, вода. Так. Пусто. Дальше, что тут у нее с посуды? Та мамка, если... подожди, подожди. Надо мне разобраться с водой, даже вода перекрывается. Уже бойлер надо пока выключить, вдруг вода закрыта. Да, я сейчас наделаю. Это что такое? Из краник. А, где у вас тарелки? Де ж газова колонка? Чи тут нема газової колонки? А, в нього нема газової колонки. Його просто газ. Ой, молодець, відказався від газової колонки. А що в нього? В нього бойлер, в нього бойлер. В нього нема газової колонки. Так, як у мініковому. Да. Тільки от там треба відкривати чи закривати. От эту, да? Это я тобі розберусь, да, я подивлюсь. От раковина, все достатньо чисто, є моющі які-то внизу, я подивлюсь воду тут, перекрита, ну стой, тікай, тікай, мам. А що, не трогать моющі, чи можна брати? Та бери, що, господи. Ну, вони ж беруть за квартиру, що з ним. Є, ну, попользуй свої, в мене є, раді Бог, в мене хватить, в мене я ж привезла. Це вода. Так. Вода почему-то не йде. Вода плохо. Ага, а як же мить посуду? Ти ж бойлер включив? Бойлер я пока виключив, тому що, не дай Бог, оно буде горіти, а води в ньому нема, щоб він не згорів. Може тут вода. Іди туалет, подивись, ось такий коридорчик, ой, двері відкриті. Як шерепи. Та є вода, успокойся. Холодильник робочий, чистенький, його вимили. Захочеш, ще раз помиєш. Тобто це є для продуктів. Так, де туалет? Вот туалет. Все. Туалет, ванна. Все вместе? Да. Вот перекрыто, наверное, ну. Может, вин выключил? Вот, вода пошла. Вин воду выключил. Унитаз набирается, да? Да? Сейчас я проверю там. Вот это все сложишь, что тут носки. Там вот это видишь, тут вешалка такая большая. Знаешь, высоко хорошо сделал полки там для того, чтобы
что-то ложить, банки там, тут тоже полки сверху. Такое место. А у меня нет душ, такого места. Душ чешов его. Ты что, не бачиш, ванна? Чистая забыла, ванна. Они ее сделали. Включается в его душу. А ну, вот душ. Вода йде. Так. Це ти кран открив. Да. А як оте? Вот гаряче. И вот це работа, нічого не тече. Гаряче, холодно. Холодно. А он душ, да? А вот душ, як? Душ. А як душ? А на душ, я думаю, сейчас я подивлюсь. Так, ти гарячу. Вот на душ. Просто так. Вверх. Вот это вверх? Вот оно будет? Пошло в душ, бачишь? Ага. Вот это вниз. Все пошло в кран. Ага. Вверх будет душ? Да, просто вверху, так, чуть-чуть. Настроил меня так и так, а тогда вверх ты будет душ мыться, да? Сразу горячий, да. С холодной, наделав с крана нормально, да. Тогда включаешь вверх. Вот раковина есть. Ага. Коврик, очень тепло, хорошо сделано. Ага. Чистенько, унитаз. Ага. Нормальный унитаз. А, вот это снимается. Ну, это такое, да. Да, его зачем снимается? Закрывать. Просто сюда вот крышка. Надо, вон вот так само, да. Как у меня в Мелитополе было. Вот зараза, я не люблю так. Я. Качай, оно должно не качать. Ничего страшного. А сюда надо причепить, да? Сделаем, причепим. Ну, да. Достаточно хорошая квартира, тепла. Угу. Як тобі? Ну что, нормально. Двухкомнатная квартира, там сложишь вещи. Мені саме головне, щоб ти поміг мені отсюда. Перенесемо вещи, от тумбочки, все є, все, що треба. Подивишся, що в тумбочках. От он тобі удлинитель є, от. От удлинитель. І що ти? От тут розетки, можна заряджати телефон. Удлинитель можеш кинути от отсюда сюди. От сюди, щоб він тебе тут був. Он удлинитель, он. Он він стоїть. Ну. А як його витащити? Просто ніяк не витащити сюди, дернемо, потягнемо, може він включається. Оце? Цю сторону просто потягнеш і все. Що там робити? Ти його туди витащив до розетки, щоб ближе. Все. Часи його, полдев'ятого, часи. А, там щось включено, там щось включено в нього. Ну, розберемося то. Що, непогано, квартира? Так квартира хорошая, чистая, мне нравится, что пусто, что нема заставлено, аж дышать легко в такой квартире. Захотим проветрить, открыла балкон, открыть, да? Хочешь, вот это, я думаю, что не против будет, там, трошки соберешь хрусталь там или что-то, да, всю хрусталь в одно место положишь. Хрусталь у меня и хороший сервис есть у меня. Чтоб ты не вот это, не дергала вот это на нижнюю полку, что-то с нижней полки поднимешь сюда. Угу. И нижнюю полку себе освободишь, положишь там себе, что захочешь, какие-то там, ну то, что ты не часто пользуешься, да. Чтобы ты постоянно не дергала. Вот тут проверим, что вот эти вещи вот это там, все убрать. Да, мы перенесем. Я свое буду чеплять. Мне там есть важно. Вот шкаф еще, а вот, это вот этот, большой шкаф. Вот, ну тут вещи я не буду показывать, вещи, вот, ну тут вещи у него все есть, вот сюда трошки. Не, еще не. Тут у нее есть подушки, постели, но я тебе дам. Зачем тебе? А муж, я тут вешалки, есть или нет? Есть вешалки, это мы его вещи сложим. Мы оттуда? Оттуда, сюда, тебе там хвата. Мне хвата там? Хвата, книжки, смотрите, сколько книжек, иконки тоже. А буду читать? Неплохо достаточно, чистенько, да. Убрано. Буду читать. Леонов. Ой, чудотворец. Вентилятор у нее. Поможи мне с того, чтобы по всему убраться. Мама, сейчас это делать хочешь? Ну хотя бы вешалки сюда, ну, сейчас принеси. Подивимся. Так что, потому что, а тут что, там тоже есть, я постельное поскладала. То есть достаточно хорошо, я считаю. Ухаживать будешь за цветами, тут у него цветы есть, мам. Денежное дерево, вот тут еще цветы есть, да. Тут много цветов у него. Большая, хорошая квартира. Пластик в его вешалки тут, а ты туда-сюда разделить, а мое должно туда влезть. Вот. Но это на полгода. В общем, цена квартиры получилась 1000 гривен, ну и плюс за услуги. Плюс за услуги. И все. А есть это субсидия? Нету, мам, наверное. Нема, да? А сколько за услуги? Ну сколько набежит, у тебя счетчики есть, надо посмотреть счетчики на газ. Запишем сейчас на газ, на воду, на свет. Все запишем прям там. И стиралка. Я думаю, что все у него. А ну сейчас тут посмотрю, вода пошла. Да, тут вода пошла. Ну все, вода есть. Газом не пахнет, когда перекрываешь. Ну говорят, что вдруг, если не перекрывать, то пахнет. Тумбочки есть, а тут навесные тумбы. Все прилично. Шторки. Такие красивые тарелки. Видите, как керамика или что-то такое. Вот.
Ну, нормально сделано. Холодильник есть, морозилка. Все есть для жизни. Ну да, есть. Есть, да. Уже в раковине везде есть. Включить бойлер. Бойлер включи. А зачем тебе? Сейчас надо... Не надо, не надо. Я сегодня купалась, не надо. Завтра, если что. А ты сегодня тут уже остаешься? Ну, наверное. Оставаться? Ну, завтра давай уже, что ты будешь сегодня. Завтра? Ну да. Ну, давай тоді принеси ты все остальное. А что там остальное? А те, что на полу. Вот это? А, там... А. И рядом это будет очень хорошо. Почему? Потому что, знаете, что-то приготовил, что-то, не дай бог, плохо что-то стало, не дай бог, что-то это. Сразу можно прийти, можно помогти. Я считаю, что это очень хороший вариант. И рядом, и полгода, это такой срок, знаете, показательный, что будет дальше. Поэтому я думаю, что хороший вариант получился. Вот так, рядом, бачите? А ты тут повлеки свет, сынок, не знаешь? На другой стороне двери, да? Вот там, со стороны кухни. А я вот, может, кружок даже и снять, чтобы на нем не сидать. Побачим. У меня, по-моему, десь новый був, я подивлюсь, если да, есть. Да, может, поставим нормально. А ну, самолка, вот тут десь ты казал? Зверху, да. Зверху? А, ого. Ага. Ага. Тут на кухню, наверное. Бо він високий, він метр 80 чем-то. Дядько високий? Да. Чем эти сами, я не знаю, видишь? Уже меньше будет дома хлама. Так и 8 марта. Подарок маме на 8 марта. Томас, а ну зайди. Ах ты, скотина. Томас, ты чего туда вылез? Восемьчик, вот. Давай. Сейчас разберемся. А я тут тоді, що мені буде лишнє, якщо Ірі надо дам, ну вона вряд візьме, вони бетони нові, є дамечки. На що воно мені надо? Тобі надо, я тобі оставлю. Мені не надо, ні. Якщо Ірі надо, то мені да. Боюсь, що Ірі теж не надо. Мама каже, там лук мій, дай сюди лук. Так, і халат довези. Томас, сиди дома. Лазиш, як кобиляча душа. Що-що? Кажу, я вот эту комнату буду занимать, мені хватит. Главное, щоб вещи влізли, понимаєш? Ну не влізуть, поставиш ту акуратно сложеними. Які-то. Допустим, ти ж не всім буде. От це то, що ти наготовила Едіку. Тобі тут треба, воно раз... Ну так, туди і поставиш. Ну, одягну десь запхаю. Ну, туди і запхаєш. А то, що от полі привезло там... Так, а ну сиди в квартиру. А ну зайди в квартиру, а ну йди в квартиру. Іди, тюлень. Лазиш по чужим квартирам. От уже любопитний. У нього, кстати, сусіди завжди були кошки, по-моєму. Він держав кошик. Томас, тікай. Ну як тобі квартира? Ну що, нормально. Хороша, мені кажеться. Якби він нам продав. Якби... Да, продав, мати, така інтересна. Та я ж не знаю, буду жити чи ні, що продавати. Продав. Буде видно все. Мені може п'ятий етаж весь викупити. Зачем п'ятий етаж? Ну а що, то кажуть сусідкину квартиру. Ну як не розмови. От як класно, коли фільм іде. Я бажаю цей фільм. Служебний роман, це просто це один із любимих фільмів моїх. Басилашвили, Мягков, Френдлих, Немоляева, Хиджакова, Иванова и так далее. Такие звезды. Ой, эта сцена потрясающая, когда он ее сейчас будет... Это первая роль, кстати, Немоляевой. Первая роль. У нее тут во второй серии там у нее фингал под глазом ехал, говорит, в поезде что-то упало, гримировали. А на балконе? На балконе, да. Мама, стирка то таке. Може в мене будеш стирати, будеш скажеш, що я прийду, закину, вичеплю. Синок, а от це я не знаю, це моє чи ні? Це щось? М'ясорубка. Це чия? Буде твоя, я тобі дарю. Да? Да. Це хороша, да? Хороша. Бо моя хуже. Свет тут виключається за дверью, мам. Я поняла, я нашла. Отут. Отут. Ага, ага. За дверью. Ага.
Там. Вот. Вот тут? Да. Це верно. Вот тут вы... А, ты имеешь в виду где, Самуил? Под стеклом, бачишь, сверху? Под стеклом? А як я туди залезу? За високий. Будеш стремянку ставити. Так мені треба двері немножко, синок. Дай це трошки столик подвину. Трошки, зробай потрошки. Ти там прикрив двері в нас. Да. І отодвину оцей кресло. І тобі буде удобно. А якщо що, будеш... Так, 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 зараз, зараз. Ну він високий, розумієш, йому це трошки було. А він височенний, не знаю скільки він. Метр 90 точно, мабуть. Дядько, так? Да, отак сильно не треба, махай там, там же ковер знизу, розумієш? Ну так, я попробую. Не треба сильно на ковер. Я попробую. Просто руку туди під... Достаю. Все, так? О! Ти зажгла вторую лампочку. Тут всі лампочки. От я тупий. О, це хороший світ. О, от це світ, гляньте. Ну, так це буде до чорта брати, да? Ну, мама, ти ж будеш платити. Чи нічого? Гляньте, як хорошо, мама, ти геній. Зато нам повезло. Ти включила. Хай даже буде тисячу. Ти за тисячу ніде не снимеш. Та я знаю, 4-5. Абсолютно. 4-5, у вторази. Тим більше двохкомнатна. Так у Колі одна? Ну, я знаю, що от зараз здавалось тут у Колі нам домі 3,5 і двохкомнатна. А в нього одна комната 4, так. 3,5, не 5. 3,5, так, здали, я не успів позвонити. По-моєму, моя хазяйка, а, Самвел, книжка у Іри зараз. Я знаю, знаю, так, Самвел. Вона ти казала, ага. Каже, коли зустрінемося, я здав. От, бачиш, як хорошо. От це... А привикну тут, як буду живати. Погляд, які інтересні у нього ці стаканчики, ух ти. І неохота буде виходити, розумієш? Ну, мама, що робити? Савельчик, знаєш, не закрита на ключик. Давай, я до вішалок потягни. Так, акуратненько. Ми, кстати, хрестили, от теж похожа іконка є. Хай стоять, вони мені не мішають. Дивіться, які інтересні зроблені стаканчики. І вторую. Я спитав розрішення у сестри, кажу, якщо я тут зніму, що це відео. Інтересні такі, знаєте, як гітарка. Да, мамка. Трошки ми її попіднімаємо. Саксофон. Ну, ми сказали, да. Я сказав, труба, саксофон. Тут музикальні інструменти, це я взагалі не знаю, що таке. Гляньте, як прикольно. Горн, это, якорь. Вот интересно, это видно у него где-то. Хороший, я уже всілася на кресло. Хорошо, я буду эту комнату занимать, мені та й не надо. Ну скажи, що тобі, ти будеш одна, собі хозяйка? Да, да. Все. Вещи ми соберемо, переложимо. Вот это надо. Не очень чисто все сложено. Просто розподілити його. І от ці полки. Да. І тут в мене все вийде. Ми цей просто шкаф освободимо, побачимо, як, да. Куди. Посуду, не знає, сьогодні вже, не мені сьогодні. Мені дві полки хватить на посуду. От цю цю і ту. Яку посуду? От ту, щоб... А яка в тебе посуда? У мене хрусталь, одна буде полка, а друга... А зачем ти будеш її розставляти? Кофейн. Мама, а зачем ти будеш її розставляти? Зачем? Хай так у сумки. І хай в сумки от туди положимо і хай стоїть. Хай да. Тікати, да? Зачем? Ну ти будеш чоловік, а вдруг він приїде? Я не хочу, яєчки дам. А вдруг приїде чоловік? Ну да. Ти будеш забирати п'ять хрусталь, п'ять посунками. Ні, не то, що він не приїде. То, що треба, то, що треба, береш. То, що не треба, хай лежить в сумках. Ну сюди. Да. Сюди, звісно. Бо Колі теж воно там зачем той мотла. Ну, не треба Колі, а діло в тому, що ти ж на погоду говорили. Ну не повинні, мам. Ну. Це буває по-разному. 4 місяці, поки ті приїдуть одам, вже піднімеш і тягати. Куди далі буде йти і тягати. Ось така комнатка, кухня. Кухня тоже чистенько, все убрано, разделочная доска, пожалуйста. Бойлер будет работать, рабочий, купаться спокойно, колонки и голову морочить не надо с колонкой. Окна он поменял недавно. Вот так все. Вот. Вот, кстати, тоже он воду себе заказывал. Все есть, тумбочки, чайники. Для жизни все необходимое есть, холодильник. Чим плохо. І квартира під присмотром. Ти не засираєш квартиру. Ти будеш тримати в чистоті. Да. От диван є. Хочеш? Тут який-то, правда, як матрас у нього на дивані. Так там ще один. Бачиш? От може будеш спати прямо на матрасі. Ми тобі застелим. Ага. Я тобі подушки віддам от ці дві штуки, що ти спала. От такі, да? Так, да, твої, що ти спала зараз у мене. Постельно тобі дам, треба, в тебе є. Ну не є, принесемо, оттуда є. Все прекрасно. У мене в стірці теж є. Ой, так хорошо, що ти світ включила. Ага. Взагалі темно. А то зайшла темно якось. Я думаю, щоб він так жив, думаю, в темноті. Да, думаю, странно, на нього не похоже. Я одну кімнату буду світити, хай світить. Я не хочу. Отам на тому світі темно. А тут буду світити, як треба. Буду читати. Ну, сюди, що ти будеш в катьомках сидіти? В одній кімнаті. Вон тумбочка є, DVD, ну це тобі не треба. От пульт, дивись. А ну, сину, от це так... от. А ну, похоже з моїм, да, я попробую сама. Да, вот громкость, вот это громкость. Вот.
Тебе, лево, право. Оце, да? Оце, да? Да, да. Плюс, да. Вот это плюс. Только в одной рукой это делай, не надо двумя. Вот это плюс, да? Это минус. А, вот, да? Да, наводь на телевизор. Нажми еще раз, вот. Пошла громкость. Ой, громче, да, громко. Мама. Так, тільки не так, щоб люди по батареям скучали. Повний ефір задоволень навіть для віддалених сіл та містечок. Вже мільйони родин по всій Україні. Чуть-чуть тише ділимо. До цифрового ефірного телебачення. Тебе є слуховий апарат. Надо, щоб ти мені поставив батарею. Щоб ти додому принесли цвіти сюди. Ось сюди поставив красиві, що там на пол. Канали вот, вот. Вот это каналы, вот, да, да, да. Вот каналы, вверх-вниз, ага. Вот, это громкость, ага. Это каналы. А это выключать? Вот, вперед. А красный выключил, да? А ну, найди мне интер. Вот, я не знаю, где. Украина, а ну. У него много каналов. А ну, сам. Это тут спутников, вот, что, я не знаю. Украина, во, а ну, интер. СТБ, по-моему. СТБ. То это больше даже пятый канал, слышал. ТСН. Интер, а у нього много каналів, новий канал. Мені перед подією починається. А ну інтер, синок, щоб я запомнила. Я завжди вечором дивлюся інтер. Їхнє ставлення до фемінізму. Україну. Феміністки. Говорить Україна. Де ж інтер зараз? Запомниш треба. Мама, не знаю, ладно. Не спіши, не спіши. Я не перший йшли до наряди. Набираю лише ключі. Взяла. Сейчас кидай, у мене там ще сумка красна, що Коря подарив. У мене ще там три штуки в упаковані. Мамка, не кричите, пані. Парові каструлі. Оце інтер, ні? Ні. Шукай інтер, шукай. Може, нема в його. От ТВ. А, от ТВ, от це я готуюся ТВ. А що, як там написано? От інтер. Восьмой канал, восьмая цифра. О, ой, боже, іронія судьби йде. О, как кругом хороший. Ой, класс. Ой, это Москва слезам не верит. Муравьева. О, Господи. Ирония судьбы разве? Это с легким... Москва слезам не верит. Москва слезам не верит. А, ну вот, а ты кашлёк упал. Нет. Кашлёк. Все, там, ты... Спасибо, Люда. Муравьева. Муравьева, Ирина. Она сейчас тогда... Муравьева, Лентова, потом... Она там в этой машине в Москве. За рулем сидела. Вот это когда идут маляры, Аня на работе всегда говорила, вот так мы ходили, говорит, так, на новостройки, дома были, маляры ходили, такие деловые. Делай тише, вот это ужасно. Может... Нет, это каналы, мама. Выключила, блин. Лево, право. А вот это... Это совсем мало. А, все хорошее. Аккуратнее носить надо. Это на служебный роман. Это пятна не... мужика побачила. Муравьева, блин. И как змея. Ага, сейчас сразу такая добрая. Пожалуйста. Что у вас? Муравьева артистка. Ну хорошо играю. Ага. А сейчас за ним моська глянька прибежит. Пожалуйста. Прошу вас. Что у вас? Костюм. Костюм? Костюм. Очень хорошо. Нажала кнопку, чтобы поразить, знаешь. Це улыбается. Аляняка прическа на голове, як гнездо. Ага. Вона на його глаз поклала, гуляв, сердита чось. А потому що бачиш, що жена, глянь. Жінка. Ну що вже, так? Вот хорошо. Проверил 5 минут. Слушай, Ёжик, я ще себе такі потрясаючі туфлі виписала і сумку з батьком. Вона злюча. Та чого вона злюча? Ні, ну сердита. А то нам далеко не стільно. З бумагою в стороні напряжонка. Ну довольно, що він з жінкою прийшов. Як ти зміняв генеральшу вийшов? От каже, зміняв генеральшу. Ага. Получилось. Ага. Надо за лейтенанта замуж. Да, за лейтенанта. Попадаться с ним по гарнизону лет 20. Подойди всяких у пустых. Ой, Полина, тебе ж все поправила. В жизни еще нужно. Хорошо, чисто, да? Да, шикарно, естественно. Гурченька тобі занадобилась. Мама, ладно, давай не об артистках. Так, ну давай, поможи мені. Що тобі помогти? Давай я буду держать где-то, а ты давай работай. Да, да. А что ты хочешь? Вещи занесли, пошли до дома. Еще давай кое-что принесем. Ну давай, пошли до дома, да. Давай. Выключай телевизор, не надо мотать. Бойлер ты выключил, да? Мне не надо, я купаться сегодня не буду. Сейчас. Краны открыть, газ ты знаешь, что делать. С бойлером. Включать воно вертикально, включенное. С бойлером. Я думала,
кушать выключила. Да, с бойлером тебе голову морочить не надо. То есть с колонкой газовой. А, да. Все на месте. Сейчас там, ой, тут надо же свет тоже выключить. Вот тут, да? Надо записать сейчас показания. О, запишу на холодильник. Да, ты позаписывай, возьмем. Хорошо, хорошо. Потому пошли. Что надо было при ней. Та зачем, господи, мама, люди прям такие, ну, думаешь, так заплатив, щоб їх. Сумасшедші, що? Ми ж не будемо за їх платити. Зачем? Так, будеш за себе платити, за їх. Тут два шагайки. Да. Дуже, дуже смішно, мама, два шагайки. От мене вже угол освободився, то кажуть засрано. От уже угол освободився. Там в мене йолка, то я винесу на балкон, там переберу, що є. От це утюг, викину коробку. Це інструменти на балкон, кое що винесу. Отут порозбираю. Давай, дивись, дивись, що в тебе отут в тумбочках є. А ти взяв от це? От це ти взяв? Це в колі. А що ти взяв? Мені треба було. Ти, мабуть, одягав ліфчик, да? Да. А, ти там чудив, чи в мене в кімнаті, тут? Я тобі покажу потім відео. А, синок, а ліфчик де дів? Там десь лежить. Да? А я думаю, чи кому подарив, думаю, 800 рублів. Я чуть з ума не зійшла, ну не питаю, так не бачу, де ліфчик. Ось ліфчик. Ага. Це ж новий ліфчик. Новий ліфчик. Да, це заберем. Так, пошли, пошли заберем, там бока хата відкрита. Давай, давай, там, я закрию зараз, піду. Ні, там відкрито. Там я закрию. Ну, зараз. Томас, що таке? От уже вор рижий, от уже будто ворує щось. Іди, тут грязно в мене, бачиш як? Це треба брати сумку. Можна щось зробити. Нічого не треба, нажимати і все, і переворати. Так погано, дуже душе. Не треба, пальчиком робити. Зачем ти ладонь ставиш? На пальчик і все. Дуже душе, не треба дуже душити. Хорош. Раз, ну, оце все, що твоє, оці чашки. Да, це все, це треба збирати. Дивись, сынок, гля, Шанель же. Шанель. Сейчас. Оце твоя Шанель? Да, здравствуйте. Твоє, он друге, сынок. Десь я бачила. Чи ти убрав? Ось його, наверно. Да, да. Ось його Шанель. І ще, по-моєму, де-то. То не моє, зайчик. Я не боюсь. Я понял. Я своє забрала. Це ж у мені Ваня з этого, як тебе, з Америки висилав. Гагідзе. Сейчас, сейчас. Так. Ось все. Ти мені щоб зробила ушко, Савелка. Сделаю, сделаю. Я оставлю этот. Ой, це твоє. Да. Господи. Мені ушко, ушко надо. Там медведя, Вику забирай. Сейчас я вот это оставлю и найду хорошую батарейку якоїсь сумки. Найду, найду. Щоб ти мені поставив. Ну, тебе буде чим займатися завтра. Да, да. Мені щоб помогли вот это, сынок, вешалки. Поможу сейчас, давай, давай. Ходить дуже мені важко. На місці прибирати, да. А ще от Колі принесем, порозглажуємо. Правильно ти мені підсказав. Де хрусталь і де этот, кофейний сервіз, так хай сумки стоїть. Конечно. Я отдам його башкирі. І все, що тобі... сумки, що і все, що тоже, это, да. Не буду розкладувати. Уже в мене теж буде хорошо. Я не накладу отаку, хоч там може малувати місто. Так, от эту ж ти, мадам, мені дарим, подарюєм. От тут тільки жалко, що розбивати треба. Оце мені, може, Етька щось придумає. Тут же ж кидати монетку, кинули, воно десь. Де ж вона є? На що тобі її розбивати? А? Ні, якщо, допустимо, повна буде, не розіб'є, жалко. Зачем? Отак відкривати, да? Да. А як? Та там гіпс, господі, що там відкривати? А, тут заліпиш і все, да? Да. Це треба сумку, а чого ти так складуєш? Щас, щас, значить, щас знайду. Ми позаносили, мабуть, всі сумки, да? Там сумок в море. Там і пакети, і все. Так, що ж робити? Там багато кое-чого є, що класти. Знаю. Так, це не моє? Ні,